В Ярославле появится спецкласс физтех 21 века. Его откроют уже в следующем учебном году в 86-м лицее. Там по окончании 7 класса ребята смогут выбрать, продолжить обычный общеобразовательный путь или углубиться в изучение физики. Открытие специализированного класса стало возможным благодаря федеральной программе «Наука в регионы». Планируется как комплексное обучение педагогов онлайн и офлайн, так и последующее сопровождение обучения детей педагогами в онлайн-формате, так и поддержка методическим пособием, материалами со стороны московского физтеха, со стороны Фонда развития физтехшкол, физтехлицея. Это будет, во-первых, интересно, во-вторых, это будет очень содержательно, и подготовка, которая будет проходить по точным наукам в этом классе, конечно, будет достаточно серьезной. И, наверное, стоит отметить также то, что не случайно и площадка 86-й лицей является базовой площадкой Российской академии наук. Поэтому тесное сотрудничество с научными организациями и учреждениями высшего образования абсолютно обосновано. Одним из результатов этого сотрудничества стала победа на престижном Балтийском научном конкурсе. 11-классник лицея Матвей Кузнецов завоевал золото за разработку нового метода анализа вязкости жидкостей. Сейчас ярославец принимает участие уже в международных состязаниях. В этом году Матвей выпустится из лицея. Как говорит сам, жалеет, что не застал новый спецкласс. Я уже получил приглашение из 5 зарубежных вузов. Из Колумбийского университета, который находится в Нью-Йорке, из Вустерского политеха, из Вермонтского института, из университета, который находится в Теннесси, и из Лондонского императорского колледжа. Но я не собираюсь сюда поступать, потому что я, так сказать, патриот.